Как-то я услышал о невероятном опыте, описанном в одной книге, и решил ее обязательно прочесть. Но, как это часто бывает, я куда-то положил бумажку с именем автора и названием книги, и больше не смог ее найти. Я сильно сожалел по этому поводу, но потом мой коллега Гернрод Брандт подарил мне эту книгу. В этой книге довольно броский заголовок. Она называется «Взгляд вечность», и стала она мировым бестселлером. Причем она не только вошла в список бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс», но и стала мировым бестселлером. Но кто же является автором этой успешной книги? Это доктор Эбен Александр, Нейрохирург с 25 годами практики. Среди прочего он работал в Гарвардской медицинской школе в Бостоне. Своими научными статьями и докладами на профессиональных конгрессах он добился международного признания. И слушайте меня внимательно, то, что я расскажу вам сегодня, обязательно повлияет на вашу жизнь. Этот нейрохирург со степенью доцента был убежден, что опыт клинической смерти ⁇ это всего лишь фантазии, которые возникают в мозгу перед смертью. Они могут казаться очень реальными, но на самом деле это всего лишь фантазии. Но 10 ноября 2008 года у доктора Александра диагностировали довольно редкую форму менингита бактериального происхождения. И после этого он провел целую неделю в коме. А сейчас слушайте меня внимательно. В своей книге он пишет, в это время весь мой неокортекс, так называют, кору головного мозга, то есть та часть мозга, которая делает нас людьми, отключился. Он перестал работать. То есть он на время лишился мозга. А если у вас отключился мозг, то значит и вас тоже уже нет. Доктор Александр пишет, будучи нейрохирургом, я за долгие годы своей практики слышал много историй от людей, которые пережили нечто подобное. Обычно это происходило, когда у них останавливалось сердцем. Они рассказывали о путешествиях по каким-то таинственным и чудесным местам о разговорах с умершими родственниками и даже о встречах с самим Богом. Это было нечто чудесное, без всяких возражений. Но с точки зрения доктора Александра, это были всего лишь фантазии и трюки, которые сыграл с этими людьми их мозг. Как же он относился к этим ощущениям, о которых ему рассказывали люди? Он пишет, «Я не знал, что именно происходит в такие моменты. Но в одном я был уверен точно, то, что происходило с ними, происходило только в их мозгу. Без функционирующего мозга нельзя пребывать в сознании. Как бы ни была велика и механика мозга, принцип его работы очень прост. Когда вилку вытаскивают из розетки, телевизор выключается шоу оконченным, как бы сильно оно вам не нравилось. «Я объяснял вам это на подобных примерах», — пишет этот нейрохирург. «Пока не отключился мой собственный мозг. Пока я несколько дней лежал в коме, мой мозг работал не то чтобы недостаточно, он перестал работать вообще. И тогда я столкнулся с реальностью сознательного мира, который был полностью свободен от ограничений моего мозга. В то время, как функции его мозга действительно отключились, он погрузился в самые глубинные уровни существования вне тела. Они были наполнены потоком сознания без начала и конца. Универсальные истины, которые он познал во время этого путешествия, изменили его взгляды на мир, а также на жизнь и смерть, причем изменили навсегда. Он лично пережил, что смерть ⁇ это не конец, а переход в другой иной мир. Доктор Александр пишет, поскольку я являюсь практикующим нейрохирургом, который много лет занимался исследованиями и проводил операции, у меня по сравнению с обычным человеком есть преимущество в этом плане. Я могу не только оценивать реальность, но и научно объяснить, что произошло со мною. Но этот опыт был настолько грандиозен, что я просто не могу его описать. Мой личный опыт показал мне, что смерть тела и мозга ⁇ это не конец сознания. И что человек продолжает что-то ощущать даже после смерти. Ах, какие же это прекрасные слова. И что куда более важно, пишет этот признанный на международном уровне нейрохирург, все продолжается под пристальным взглядом Бога, который любит каждого из нас, который заботится обо всех нас и о том месте, куда в конце концов перейдет сама Вселенная и все населяющие ее существа. Место, куда я попал, было реальным. Реальным в том плане, что оно было как настоящая жизнь, которую мы ведем на Земле, а не как сон, который мы видим. И эту жизнь я ценю больше, чем ту, что была прежде, пишет он. Потому что теперь я все вижу по-другому. Этот специалист по мозгу очень досконально описывает свое увлекательное путешествие в другое измерение и приходит к выводу, что наша жизнь здесь не лишена смысла. По словам известного во всем мире нейрохирурга доктора Эбона Александра, признающего, что в его мировоззрении до этого невероятного опыта, который он пережил после смерти своего мозга и последующего за этим чудесного возвращения на Землю. Просто не было места для того, о чем мы много раз слышали в церкви, а именно для вечной жизни из-за своего научного склада ума он просто не мог допустить возможности жизни после смерти. И в своей книге он говорит своим читателям. Вспомните о том, чью книгу вы сейчас читаете. «Я не какой-то глупец, находящийся во власти своих чувств. Я знаю, как выглядит смерть. Я знаю, каково это когда живой человек, с которым вы в лучшие дни общались и шутили, превращается в безжизненный объект, лежащий на операционном столе, после того, как вы несколько часов боролись за его жизнь. Я знаю, как выглядит страдание, и мне знакомо безутешное горе на лицах людей, которые потеряли кого-то близкого. Они даже в страшном сне подумать не могли, что однажды этого человека с ними не станет. «Я знаю свою биологию», — пишет он, — «и хоть я и не физик, я определенно не отрицаю законы физики. Мне известна разница между фантазией и реальностью. Я знаю, что пережитый мною опыт был самым что ни на есть реальным событием в моей жизни». Слова доктора Эббена Александра звучат очень правдиво. Я вижу в них знамение для этого мира. Знамение или свидетельство, как хотите. Указание, которого могут придерживаться мыслящие люди, ищущие верного пути. Наша христианская вера сможет укрепиться за счет таких слов. Это очень действенный способ, ибо основа нашей веры — это живое Слово Божие, которое вошло в этот маленький мир и принесло человечеству свет и жизнь, а вместе с ними и надежду. Слова Иисуса и его деяния были закреплены его смертью и воскресением. Он говорил просто уникальные вещи. Они возвышают его над всеми людьми, над всеми философами, над основателями всех религий. Еще до пробуждения его друга Лазаря из Вифания он сказал такие великие слова. «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Эти слова звучали бы как слова безумцам, если бы он не доказал сказанное им. Первый раз он сделал это, пробудив умершего Лазаря. А впоследствии было еще более яркое подтверждение, когда он сам воскрес, хотя его много раз объявляли мертвым. Неверящие в это напуганные ученики забаррикадировали двери, но потом и на протяжении 40 дней после своего воскресения снова и снова являлся их воскресший учитель. Его видели не только отдельные люди, но и целые группы людей. Один раз его увидело сразу порядка 500 человек — как написал апостол Павел. И благодаря этому трусы стали героями. Дверь темницы растворилась. Чем еще можно объяснить столь радикальные перемены психологического настроя последователей Иисуса? Через все деяния святых апостолов, которые... Мы нынче изучаем, красной нитью проходит послание о воскресении вечной жизни. Поэтому последователи Иисуса посвятили свою дальнейшую жизнь донесению до мира того времени этого послания. А подчас это было даже и опасно. Если мы откроем вторую главу книги Деяний, то мы увидим, что она начинается с описания события, произошедшего в Иерусалиме а именно с великой проповеди Петра в день Пятидесятницы. Он сказал тогда, «Иисуса, которого распяли, Бог пробудил из мертвых и тем самым сломал власть смерти». Да, Бог пробудил его из мертвых, мы это живые свидетели данного факта. Чуть позже, в следующей главе, у прекрасных ворот в храм был исцелен хорошо знакомый всем прихожанам хромой. Он внезапно начал скакать и скакал во всю прыть. Его переполняла радость, и он славил Бога. Это увидели все, кто пришел в храм в тот день. Они были потрясены. Они прекрасно знали этого человека и теперь таращились на этого исцеленного храмова, а также на Петра и Иоанна вместе. И мы можем прочесть, что сказал Петр, он сказал, «Чему вы удивляетесь? Почему вы смотрите на нас с таким изумлением? Неужели вы считаете, что это мы, маленькие люди, своими силами исцелили этого хромого? Или что это произошло потому, что мы набожны. О, нет! Это сделал Бог Авраама, Исаака и Иакова который этим чудом явил нам силу и славу своего миссии Иисуса. От него идет вся жизнь. Бог пробудил его из мертвых. Мы свидетели тому, упование на Иисуса излечило этого человека, потому что он поверил в Иисуса. И, честно говоря, я не понимаю, как получается, что христиане не видят этих важных слов из Нового Завета, и даже иногда их перевирают. Если они не будут этого учитывать, возможно, однажды они выруют могилу для христианской церкви. Благодаря воскресению Иисуса и вере в Его слова — о вечной жизни вся христианская вера продолжает жить. Воскресение Иисуса и вера в вечную жизнь стали поворотным моментом для первой церкви. Свидетелем этого стал еще великий апостол Павел. Он отправился в Афины. Там он проповедовал в Ариапаге перед философами. Он начал свою беседу с ними с алтаря в честь неизвестного Бога, которого он признавал, а закончил Павел свою речь словами, о воскресении мертвых и о вечной жизни он сказал такие слова. Бог назначил день, в который будет праведно судить Вселенную. В этот день Бог вынесет свой справедливый приговор через одного человека, которого он сам определил для этого. Бог подтвердил это воскресив этого человека из мертвых. В речи в свою защиту перед царем Агриппой в Кесарии Павел снова задает этот вопрос, почему же вам кажется невероятным, что Бог, создавший Вселенную, воскрешает мертвецов? Вообще, в чем проблема? В своем послании к своим верующим друзьям в Коринфе он писал следующие слова. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава. Сейчас я прочту вам несколько стихов оттуда, а вы можете прочесть ее целиком дома. Итак, это первое послание к Коринфянам, 15 глава. Вот что тут сказано. «Если же о Христе проповедуется» что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетным, и вера ваша, притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но факт остается фактом: Христос воскрес, об этом пишет нам апостол Павел. А далее во втором послании к Коринфянам, он пишет о том, что когда мы однажды покинем эту землю, мы попадем в некий шатер, а оттуда мы попадем к нашему Небесному Отцу, и нас облекут в новое тело, которое не будет изнашиваться. Вот это да. Известный во всем мире евангелист Хэральд Херман, который в 1964 году помог мне перебраться в Берлин, часто говорил мне, Фолькхарт. Через секунду после смерти человек перестает быть атеистом, сомневающимся или агностиком. Христиан не ожидает печальный конец в темной сырой могиле. Его уверенность в этом была просто колоссальной. Я удивляюсь. Тело возвращается в землю, откуда оно было взято, а дух и душа верующего человека возвращаются туда, откуда они пришли. Главная мысль всей Библии выражена всего в одной фразе ⁇ Звучит она так ⁇ Ибо так возлюбил Бог этот мир. Бог возлюбил каждого из людей на нашей планете так сильно, что послал нам своего единственного Сына. Наше упование на Него не тщетно. Благодаря Ему у нас есть вечная жизнь. И в Библии сказано, что Бог возлюбил мир так сильно, что теперь у нас есть жизнь вечная. К такому же выводу пришел и доктор Эбен Александр, а именно, что на земле нет ни одного человека, которого бы Бог не любил. Это величайшая сила во всей Вселенной. Это любовь, Божья любовь. У нас есть надежда на завтра. Наша вера — это не продукт нашей фантазии. Она хорошо подкреплена, ведь события Нового Завета описываются во множестве древних документов и манускриптов. А сам Иисус — это поручитель нашей веры. Ну и на последней странице этой книги священного писания мы можем прочесть, что отныне, а это означает, что это произойдет, когда все свершится, так вот, отныне Бог будет обитать с людьми, Он будет жить рядом с ними, и они станут Его народом и он будет обитать с ними, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. И по-прежнее прошло у смерти и дьявола не будет никакой власти. Ведь сегодня нам Иногда кажется, что у них есть власть, но Иисус уже победил. Истина Божья. Вот главная истина. С этих слов начинается один. Древний церковный гимн. Так давайте же откроем дверь Иисусу уже сегодня и начнем жить ради Него. Ибо небеса не пусты, а чтобы прийти к Богу, достаточно всего лишь помолиться. Если вы откроете свое сердце для вашего Спасителя и Царя Царей, Он придет к вам и поселится в Нем навсегда. Поэтому откройте свои сердца перед Ним. Аминь.